Сегодня мы будем заканчивать цикл наших проповедей о сердце слуги. И вы знаете, я на самом деле верю от всего сердца, что это слово, оно дано нам Богом, чтобы действительно мы стали Божьими слугами. Мы говорили о том, что Иисус пришел на эту землю. Он сказал: «Я пришел, чтобы не мне служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус такими словами выразил свою миссию. Он выразил свою цель, почему Он пришел на эту землю. Он пришел на эту землю, чтобы послужить нам. И как Он послужил, да? Он отдал свою жизнь, чтобы мы были спасены, чтобы мы были свободны от греха и от проклятия. К сожалению, ученики Его, которые ходили с Ним, они не всегда это все понимали, правда? Мы тоже ученики Иисуса, и мы тоже не все сразу понимаем. Но постепенно, следуя за Иисусом, Он объясняет нам, Он открывает нам свою волю, открывает нам свои планы. Помните, мама двоих учеников подошла к Иисусу и просила, говорит: «Иисус, ну, вот как мать прошу Тебя, пусть там в Царстве Твоем один сын будет по правую, а другой будет по левую руку от Тебя». Понятно, это желание матери, чтобы ее сыновья были там, где-то поближе к Иисусу. Но Иисус сказал на эти слова, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугой. А кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Так сказал Иисус. Конечно, мирское представление о лидерстве, о руководстве, оно совершенно другое. Но понимаете, Бог, Он учит нас своим принципам. Бог учит нас законам Своего Царства. Поэтому в послании филиппийцам написано, чтобы в нас были те же чувствования или те же мысли, те же желания, которые во Христе Иисусе. Потому что Он, будучи образом Божьим, да, написано, не почитая хищение быть равным Богу, уничижил Себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком,